Они там еще не ходят сразу. Ну, то есть они типа это потроят, постоят, потом начнут кастить там хуйню какую-то. Ты им по ЛПшке дашь и беги просто на свое место. Они рано или поздно подойдут к тебе, эти мобчики. Ну, только чтобы ты у них в таргете был, а то они Квинмон сейчас убьют просто. Я думал, вот. В прошлый раз же выхилили, да, меня, ребята? Без тебя и без бури вроде. Ой. Блять, вот из-за тебя, Ой. Спок, я проплакал сейчас. Да это Спок. я же, да. Спок, козел, блядь. Это я проплакал, и талант не нажал, мы. Да, ты Сейчас крайний. зато на болтаре говорили, то, что я сладенькая булочка, и там что там очень не верю в Пашу, блядь. Мои 15 000 ДПС. Выясните, пожалуйста. Да тут зайти А, быстрее. блядь, ну, кстати, что я забываю хуйню все время. Это, ребята, кто с нами не ходил, в такой момент мы через один мир долбим драконов. Поэтому заходить в тьму по команде, выходить из тьмы тоже по команде. Ни раньше, ни позже. Ни на каких там 50%. То есть мы всем рейдом во тьме и всем рейдом в свету, поняли, да? И это первый момент. Второй момент. При смене мира обязательно и на пулы в Sony Ericsson давайте, пожалуйста, чтобы босс не срывался. И не срывайте с меня босса, как только я зашел в тьму или в свет там вышел. Не принципиально. Поняли, да? С метками. Все знают, что такое метки? Вот эти выносить, которые надо. Все знают? Тут никто первый раз сюда не пришел? Или кто-то первый раз тут прям первый-первый? Тут дебаф, я охуенно. Давайте быстрее. Ну а вы что хотели, блядь, РТ без ребута? Так не бывает, нахуй. 15 минут. У нас все стабильно, пацаны. Все приготовились, все были готовы, я каски всем дал. Это наши, ничего там не срывай только с меня. Бегай просто как милик. Спок, на тебе ассиста, вдруг с тебя метка слетит, которую я даже до сих пор не поставил. Все. Чё, отдаю? 5, 4, 3, 2, 1. Эй, блин, поехал. На пулы там вся хуйня, милики, вы в метке стоите. Весь рейд всегда в метке стоит. Не возле босса, не под боссом рога, а в метке. В метку, в метку, иди, рога, в метку, в метку, в метку, в метку. О, молодец. И ты весь бой стоишь в метке, рога. И всех это касается. Приготовились. Метеор, быстрее, метеор, перебежали, перебежали. Йо, Вар, долго думаешь, надо быстрее думать. И в метке опять, да, в метке. Если вы стоите в метке, вы не умираете. Рога выноси, который хэт, там чё, выноси, короче. Сейчас спринт есть, брат. Отлично. Зашли рейд, мы быстренько. Быстренько. Зашли в метку, встань. На пульчике там, вижу, отлично все есть. Жгем рейзу. У меня Оман слетело сейчас. Ну ты пока внизу, там нормально. Шам левее берет все. Еще надо левее чуть-чуть. Ну вот под дыхание вообще нельзя выбегать от шана. Приготовились. Потихонечку сейчас. Потихонечку крутимся. Прям потихо-потихо. Отлично. Рок-мьюзик стеночки. Рома сам себя может спалить. Неудобно, да, когда лезвие вот так вот. Давайте сейчас
где-то вот сейчас, наверное. Потихонечку, ребят, крутимся. Крутимся, 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 чтобы лезвия удобные нам были. Брюс, брюс, брюс. Во, вот так удобно лезвие. Мне так тоже удобно. Стоим, бьем босса до нуля. Брелкан выбегает, Брелкан. Когда выйду хилы, вы оверхилом меня держите. Это всех хилов касается. Рома, ты в ДЦ, короче. Иннер, кстати, по рок-мюзику залейте. Я сначала выхожу под полтинником, Рома. Спустя 10 секунд, ну прям вышел и считаешь 10. Потом даешь мне зубы. Максим Файер вышел. Тебя к Гере готовлю, тебя. ДЦ твоя. Так, сейчас порталы поменяются, приготовились. Где-то метка будет. Вот, Вик Шорм, метку вынеси, быстро, из рейда. Рейд, под жопу подошли, быстренько, под жопу подошли, я вышел. Рейд, вышли, 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 быстро, из рейда, мы вышли. На пулы, Геру, Бурс. Готовься, давай зубрим. Метеорит, отошли, метеорит, метеорит, метеорит. Про метеорит постоянно, пацаны, когда выхожу, забываю, блядь. Если видите метеорит, вот этот вот первый, напоминайте, что у меня таймеров нет, ну, они сбиваются, почему при выходе. Я просто банально забываю про них. Лут говна, пришёл, сразу выбежал. Сначала парольте, потому что у нас человек с ЛФГ из рейда. Сотка, нахуй. Ну, как я понимаю, все можно за ДКП, значит, лутать. Сотка, сука. Больше у нас, да, никого с ЛФГ нету, да? Да. Сейчас 5 сек, давайте быстренько за лут раскидаемся по ДКП. Я скрин, если что, сделал. Делайте ставки побыстренько. Что, за 10 брюс забирать? Конечно. А, вон, вар 50 ставит. Сотка. У меня больше древен, бессмысленного. Ты их прям сильно хочешь?